Начало года – время для расширенного заседания коллегии ОМВД. Участие в нем приняли руководители города и области, а также силовых и правоохранительных структур региона. На заседании отметили, что наблюдается незначительный рост зарегистрированных преступлений на 1,6%, но сократилось количество особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 186 килограмм наркотических веществ. Реализован комплекс мер по противодействию коррупции. Губернатор Андрей Клычков в своем выступлении поблагодарил руководство и сотрудников Орловской полиции за высокие показатели по итогам минувшего года. Искренне рассчитываю, что мы продолжим самое тесное сотрудничество в деле защиты государства и граждан от любых преступных посягательств. Вместе сделаем все, чтобы обеспечить мир и спокойствие на Орловской земле. Ну и подводя итог своему выступлению, Юрий Николаевич, выступление обратил внимание на те награды, которыми были награждены сотрудники управления и государственные, и ведомственные, и от органов исполнительной власти региона. Но еще одна награда, мне кажется, напрямую относится к управлению. В конце года, на последней сессии областного совета народных депутатов, почетным гражданином Орловской области стал Владимир Александрович Колокольцев. Я думаю, что это хороший для нас и знак, и это действительно выражение признания за ту работу, которая осуществлялась, осуществляется на сегодняшний день. И биографии главы МВД, орловские страницы занимают особое место, по крайней мере, как он сам говорит, и надеюсь на то, что Владимир Александрович приедет, и мы уже вручим его заслуженный должную награду. Уважаемые товарищи, мы абсолютно убеждены, что в тесном сотрудничестве нам удастся реализовать те недоработки, которые есть сейчас, они есть у каждого из нас, и обеспечить мир и спокойствие на Орловщине.